В честь приближающегося государственного праздника Дня первого президента в Актобе были награждены медалями «Щедрое сердце» и «20 лет независимости Казахстана» активные граждане региона. Аким области поздравил всех с праздником и поблагодарил присутствовавших за оказанную поддержку в период карантина, а также за участие в общественной жизни региона. Поздравляя актюбинцев со знаменательным праздником, глава региона остановился на заслугах Елбасы в становлении и развитии Казахстана. Каждый успех нашей страны напрямую связан с именем Елбасы. Развитие регионов Казахстана – результат созидательного труда первого президента. В свое время президент братской Турции Тургут Озал, впервые признавший нашу независимость, сказал: «Казахская страна, имеющая такого руководителя, как Нурсултан Назарбаев, счастлива. Анализ прошлого, оценивание того, что имеем сейчас – беспрецедентный пример для будущих поколений». За вклад в политико-социальное, культурное развитие региона юбилейной медалью «25 лет Конституции Казахстана» были награждены профессор Амангельде Айтала, аким Алгинского района Мамыргали Акагазов, аким Каргалинского района Аскар Джусибалиев, председатель правления СПК Актубе Ермек Имантаев, директор западно-казахстанского регионального филиала «Невада семей» Изимгали Кубенов. Всего 13 человек. Кроме того, за вклад в благотворительную деятельность 10 жителям региона была вручена медаль Жумар Джурек. В их числе депутат городского маслихата Ардак Утигенов, который во время пандемии оказал всестороннюю помощь местному населению, а также за собственные средства установил футбольную площадку для детей по улице Тауке-хана. Я считаю, что если есть у кого возможность не ждать никаких мероприятий, а стремиться к тому, чтобы улучшить наш город, во-первых. Во-первых, сделать полезное для детей, для малоимущих, для ветеранов, там, пожилых людей. Для них организовать спортивные площадки, там, я не знаю, аллеи и так далее. Пусть будет мой пример образцом для тех, у кого есть возможность. Также медалями были награждены президент АО ТНК «Казхром» Арман Есинжолов, заместитель генерального директора по кадровой политике ТО «Актюбинская медицинская компания» Аубакер Есиналин, советник ТО «Максимум» Амангельде Майтеков. Динара Абдуалиева, Самат Каликенов, Азамат Сауханов, телеканал «Актубе».